Продолжаю вас, друзья, знакомить с товарами из Китая. Сегодня на очереди у нас защищенный смартфон Ascal. Это суббренд Blackview. Blackview выпускает более доступные смартфоны. Да, и такое, представьте, бывает. Так же, как Xiaomi там выпускает свои Redmi, вот Blackview выпускает более доступные смартфоны, защищенные. Этот смартфон интересен тем, что здесь есть классный фонарь двойной, здесь полная пылевлагозащита, второй дисплей и ряд других особенностей, фишек и решений, о которых я вам сейчас кратко расскажу. Всем привет! Смартфон особо не выделяется на фоне других, обычное защищенное устройство, но фишка все же есть, сейчас расскажу. На правой грани громкости кнопка блокировки, она же сканер отпечатка пальцев, на левой стороне у нас дополнительная кнопка для быстрого вызова приложений, это удобно, есть еще и слот под две сим-карты и microSD. Один из вариантов использования кнопки быстрого вызова приложений, два раза быстро нажимаем, открывается меню по фонарику и еще раз один раз нажимаем, загорается фонарь. Снизу динамик, порт USB-C, отверстие по темляк. С задней стороны два модуля камеры, вспышка и большой второй дисплей, который отображает время, дату, уведомления, сообщения, звонки. С него можно управлять музыкой, запускать компас, а также использовать для создания фото на основную камеру. В целом, конечно, удобно, я бы не сказал, что это что-то вау, хотя китайцы знают, наверное, больше, потому что все больше и больше устройств появляется со вторым дисплеем. Что вы думаете по этому поводу, напишите в комментариях. А вот что отличает этот аппарат от других, на находится у нас на торце с верхней части. Это два LED-чипа, которые выступают в роли фонаря с функцией SOS. И это здесь еще не просто затычка, а реально нормальный торцевой фонарь с хорошим белым светом на выходе. И несмотря на то, что источников света два, они фокусируются в одну точку и получается вот такой хороший свет. За фонарь однозначно плюс. Это, я считаю, полезная функция, и она у вас всегда под рукой и всегда уместна, при этом с долгой автономностью. Экран у смартфона тоже нормальный. Диагональ 6,5 дюйма, Full HD+, 1080 на 2400, и главное, что здесь частота обновления 120 Гц, включая умный режим. Яркости хватает и на солнце, с цветами, насыщенностью, все в порядке, и такими и должны быть экраны в 2024 году в минимальном исполнении. 120 Гц, высокое разрешение, и в пилоте все это предусмотрено, поэтому дисплей вас не разочарует. Движемся дальше. Производительность. Здесь классика, последних, наверное, двух лет. Восьмиядерник Helio G99, ну куда же без него. Оперативной памяти 24 гигабайта, это Boost 8 плюс 16, постоянная 256, это тоже база. Нормальный средний вариант, работает на новом 14 андроиде, оболочка тоже свежая, фирменная Blackview DocOS 4.0, и в ней есть интересные, кстати, фишки, некоторые круче, чем в Xiaomi смартфонах. В целом, я много дней тестировал ее, все в порядке, каких-то бесящих багов, лагов, глюков не найдете. Со стабильностью все в порядке, процесс железо в целом тянет все современные игры, поиграть безусловно получится, за это не переживайте. Звук громкий, с балансом по частотам все нормально, жаль, конечно, что не стерео, вот было бы стерео, просто имба была. Видео возможности. Blackview и Ascal, получается, освоили оптический стаб. Да, ребята, основной модуль на 50 мегапикселей оснащен системой оптической стабилизации. Я проверил, реально видно, что сенсор на подвесе шевелится и старается держаться ровно. Это, конечно, круто для фото, а вот для видео надо софтом что-то подкрутить, так как желешка присутствует, я чуть позже покажу. В целом, по фото вот, у меня вообще вопросов к этому смартфону нет. За обработку отвечает ArcSoft уже 9-го поколения, цвета адекватные, деталей много и днем можно получать вот такие вот красивые кадры, которые устроят многих. Опять же, держим в голове, что мы работаем на смартфоне ниже 200, и вот вам еще один интересный пример. 50 мегапикселей стрельнул фото из комнаты, сфотографировал машину, глазами я номер там не вижу, но при увеличении снимка отчетливо можно разобрать. Фронтальная камера на 32 мегапикселя, вполне годится для селфи и видеозвонков, ругать тут ее особо тоже не за что, получаются хорошие фотографии на выходе.
Если используем фронтальную камеру, получаем вот такое вот качество видео и такое качество звука на выходе. Здесь есть фокусировка и предусмотрена какая-то даже стабилизация. Скорее всего, это электронная, но в целом в бюджетном смартфоне ожидаешь, конечно, видеть хуже. А здесь вон вам и небо, вон и зеленушка, и баланс белого подстраивается. Так что, как для бюджетного телефона, повторюсь, результат нормальный. Видеосмартфон умеет писать даже в 2К разрешении, но нам, ребят, это не столько важно, так как сюда зарядили даже 60 кадров для Full HD, а вот это уже интересно. Я все это дело, конечно, попробовал, еще и на тестовом образце, и знаете, таки да, 60 кадров есть, оптический стаб есть. Присутствует, конечно, небольшая желейность, это обещали софтом убрать, но в целом уже результат для бронесмартфона очень хорош. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тест, пример записи видео и звука на смартфон Аскал. Смотрите, ребят, сейчас снимаем в разрешении Full HD 60 кадров. Да, вот получается и небо красивое, и зеленушка присутствует. Ну и проверим с вами фокусировку. Стабилизация также здесь заявлена. Сейчас пасмурно, солнышко спряталось за облаками. Смотрим на нашего огуречика. Фокусировка есть, задний план. И снова огуречек. Фокусировка работает четко, быстро, с этим проблем нет. Так что в этом плане все хорошо, да? Смотрите, небо оп и подрисовало. Все красиво получилось. При этом вот я иду и есть на экране хорошая стабилизация. Это в бюджетном смартфоне. 60 кадров и такое качество съемки. Автономность. Батарею поставили на 8800 мАч. Она вроде как и не емкая, там, да, не заоблачные цифры, и не слишком-то окирпичивает смартфон. При таком железе и экране на 2 дня вообще хватает его без проблем. При умеренном использовании можно и 3-4 дня вообще не подходить к розетке. Но и зарядочку здесь-то быструю подвезли. Пилот может заряжаться 45 ваттами за 70 минут 77%. Полная зарядка занимает чуть больше, чем 1,5 часа. И на самом деле это тоже хороший результат с учетом автономности. У меня получилось 9,5 часов непрерывной игры, 11 часов HD видео. От этого смартфона также можно подзаряжать другие устройства, выход 5 Вт. Есть здесь и NFC для бесконтактной оплаты, режим фото под водой, да и не забываем, что вода, грязь, мороз, жара для этого смартфона не проблема. Защита здесь тоже высокого класса, и BlackU и Oskal соответственно знают толк в этом деле уже давно. Да и орешек при желании можно расколоть без проблем. Здесь такие вот большие насечки на гранях для защиты. Такой смартфон подойдет для строителей, подойдет для рыбаков, туристов, военных, для людей, которые занимаются работой в тяжелых условиях, или просто для тех, кто часто разбивает телефоны, роняет воду или боится этого. С этим смартфоном вы и ванну можете принять и упасть. Лучше, конечно, не падать, но в целом смартфон переживет. При этом здесь хорошие камеры с оптическим стабилизатором на секундочку, нормальный звук, хоть и не стерео, большой яркий экран, да и еще фонарь, реально классный, как бонус. Ну и про ценник не забываем, обещают примерно $180-190, и вот это действительно впечатляет. Вот было бы стерео, ну просто докопаться к этому смартфону не было за что. Если вас устраивает данный смартфон, а как по мне, это неплохой вариант, чтобы рассмотреть его для покупки, а почему бы и да, действительно получилась хорошая модель. Ссылочка, где его приобрести дешевле, есть в описании под этим роликом. А мы и дальше будем искать, тестировать разные устройства из Китая, не только, чтобы ничего не пропускать. Лайки ставим, на канал подписываемся. Увидимся с вами скоро. Всем хорошего настроения. Пока.